Это огонь! Добрый вечер, уважаемые наши телезрители. Стрим «Пиратский Вася», едем до Скони. Поехали. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Всем привет, чуваки. Привет. Ура, ура, ура. Не надо рост, все достойно, все хорошо. Привет. Привет, привет, привет. Всем привет. Всем привет. Достойным и достойнейшим, блядь. Дурдомовские есть, всегда есть нам. Куда мне, как выходить, как куда передвигаться? Где магазин, где не магазин, где куда пойти, что кого найти? Ну ты сам понимаешь об этом, хули тут рассказывать. В общем, давайте послушаем вам. СССР, ну это понятно, здорово. Буба масон 100%. Делать нахуй гомятню какую-то. Нету, блядь, точно. Нет. Это для гомиков. Пиздец, ебать. Нет, это для гомиков. Если ты тоже пробовал. Какой, блядь, жиру бесится, нахуй. Не гоните дуру, нахуй, блядь. Вы что, сдурели или что? Когда вы будете, я же вам говорил, когда Бубик едет, будет ехать, блядь, на лимузине, блядь, белом, ну, ебать его, урод, даже розовым, то вы будете говорить, что Бубик с жиру бесится. А пока Бубик с жиру не бесится, Бубик просто с вами общается, да и все. Бубон, Айка, для тёлок, не гони. Спасибо, блядь, спасибо, поддержали. Похлопаем в ладоши, нахуй. Звезда летит в ногу со временем. Это Алган, Вася. Ага, ага. Айка съешь, суши нема. Суши давай, дичь, суши. Да. Я вот это пока на кухне мы с Валерой, блядь, курили, пили, то Валера, знаете, что вот эти все бычки с Айкоса собрал в пакет, говорит, там мне похуй, говорит, я себе нормальные скрутки утром закручу. Ба, шо же, блядь, две тяги осталось, дура. Две тяги, блядь, не успел покурить же две тяги. Мне побольше остается, но... Так что, пацаки, смотрите, давайте начинаем движуху. Будем бухать, делаем гомятню, как всегда. Капитан Морген, нахуй, блядь, в деле, блядь. У нас шоу, блядь. У нас работают актеры, у нас работают каскадеры, у нас работают люди, которые знают свою профессию досконально, вот. Дети, маникюрщицы, хую, что это, блядь? Заберите с канала мне эту синюю линию. Она мне мешает, я работаю. Что это за хуйня мне на лбу? Вот это позабирайте, все, быстро. Раз, 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 все. Я ебал в рот, я вышел в эфир. Что это за хуйня какая-то синяя, блядь? Когда-нибудь, Чапа говорит, стану кошкой. Макс, для Чапы. Когда я стану кошкой? А ну, Чапа, ебани ветками. Какой гитара? Ветками ебани. Гитара, бля, что ты на гитару смотришь? Гитара сейчас не надо. Ну, поддержите звезду, ну, поддержите, чё? Это соберись, разберись! Нихуя не слышно, нихуя не видно. Это соберись. Ёбаный в рот. Витя, блядь, Витя, надо выйти, сука. Иди нахуй! Витя, надо выйти, блядь! Ой, блядь! Нахуй, блядь, оно мне надо, нахуй, блядь! Кот! Точки, мятые комочки, мы с тобой одни, хотя соседи. Да, конечно, сложно, но еще возможно. Сердце прошептало. Наверное, в следующей жизни, когда я стану пушкой, на-на-на-на. Давай, Чапа, делай ветки, делай маленький. До моей помады, прикасайся взглядом, мне пора с тобой уже прощаться. Верно, в следующей жизни, когда я стану пушкой, на-на-на-на.
наверное. Бегемоты в хате Е, да. Бегемоты в хате Е. Е. Добрый вечер, Бубенщаку, удачного стрима и хорошего настроения, пиздятины дырявые, ебать вас в сраку, деревни опущенные, будьте... Крап, привет, спасибо! Ноги ставим, пожалуйста, и так шагайте, дуры, буквы, плюс, давай. Твердый знак. Спасибо, спасибо, Крап, я понял тебя, спасибо. Давай, что мама сделал? Добрый вечер, добрый вечер. Кто? Кто? Это Тор! Да! Тор! Тор, напиши. Действительно. Ты обознаешь, что ты или не, ёбаный рот? Проезжи, то проезжи. Что, буду пипом? Или что? Привет, добрый вечер, привет, добрый вечер, спасибо за розы. Розы не надо, отдать в актовый зал, а потом я распределюсь, куда людям отправлять. Все, скоро Айкос, все, нахуй, я выкидываю Айкос, все. Я не курю Айкос, я вообще нихуя не курю. Я скоро и пить не буду, вы не узнаете, это что, бубон? Так как Бэтик мне в лагере говорил вот так. Еду на машине, нахуй. И бицуха. Бицуха 47-48. Бицуха 47-48. И все. И девочки только говорят, как по-козлячьему орут. Прикинь. Я думаю, ну нормально, Вася тебя прет, пойдет, уважуха. Это мне блатные рассказывали. Ебать, прикинь, блатные в зоне, да? Давай, время, да натюрный счет, давай, время. Сучь, это Афган, Вася, это Афган. Держись, это Афган. Тура, а к чему мне блютуз? Я с тобой шо на связи? Ебать! Я двери закрыл, все, двери закрыл, все, ты знаешь, три ствола, все, двери закрыл. Так. Достойная сотка. Там с попудом. Да. Да! Выпил. Ты покинул берег свой родной. Эй!
Большими ветками, дура! Но с надеждой может... Потанцовка пошла! Это без проблем. Буду ждать на этом берегу. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе... Да нахуй, вы что меня снимаете? Вы что, ёбнулись или что? Вы что меня снимаете? Да что, я не попру, всё. Я думал, это прикол какой-то, блядь. Розыгрыш, сука. Ох, и ты белый, блядь. Не просто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы споем. Похлопайте в ладоши, все заебись. Мы же в дурдоме. Представьте себе доктора Комаровского. Ной, батя, это Оган. Ной, батя, ной. Ще ной, ной, батя, ной, батя, опа, все взяли, за шею закрутили, все, у меня мертвая хватка всегда, я знаю, как с людьми поступать в тех или иных моментах, если нужно сделать порядочный движ, понял, чтобы ты никак не смог съебаться, понял, все, это уга, давай. Ну и потяр! Еще ну и потяр! Максимально. Давай еще. Опа! О! Пойдет, да все, тигр! Тигр вышел на охоту! Нормально, все. А раз было, все было охуенно. Да. Если да и есть. Все четко, фуфла внимание, не те дурно. Тигр в розовом цвете. Опа! Ну, ты знаешь, у меня рука болит. Терпи, рука хуйня. Терплю. Главное, чтоб хуй не отказал. Главное, чтоб не отказалось, типа, чтоб не упасть. Блядь, лови! Блядь! Дура, блядь! Все сначала! Что лавина? Подлови, пожалуйста! Все, давай, все сначала! Все! Давай! Вставай, нахуй! Бутылка, блядь, я тебя припиздую! Ты, пидор! Я тебя сейчас забью, сядь нормально! А я при чем здесь? Ты, блядь, сука, дура, ебаная! Ты что, меня перед донатерами будешь, блядь? Нет, конечно! Сука, ебать мозги, нахуй! Ты, блядь, дура ебучая. Все, иди на! Иди сядь, блядь! Иди на! Заебала она. Корова ебана, блядь. Сука, я буду тут играться, нахуй. Шерлик-мырлик, нахуй. Нахуй мне тут шерлик-мырлик, нахуй. Слышь, режиссер, слышь. Режиссер, кто правую камеру включил? Режиссер, кто правую камеру выключил? Она мне глаза бьет. Я говорю, выключи ее. Я не буду так сниматься. Я говорю, выключи ее нахуй. Все, забычковала пошла. Все. Быстрее. Я говорю, блядь, быстрее. Ты что, меня заводишь песом нахуй? Нет. Ты, блядь. В том случае. Понятно. Понеслась. Чикова. Ты дура, сука. Ты бухая шалава нахуй. Ты шо, сука, блядь, потеряла вообще, блядь, трусы, нахуй. Там моментально обратно, там фуфла не будет. Он начнет только тянуть ноги, блядь, у него сразу начнется душить, нахуй, блядь, идет удушающий на шею. Так, пошел. Ха-ха-ха, я иду. Ха-ха. Thank you.
Я нормально. Апельсины, е? Эй, апельсины, е? Что ты раз? Вообще наебали, на? Вообще наебали, ты понял? Что я? Я тебе эмоции, Ганни, е? Эй, бегемоты, Ганни, е? Так, бобочки, за ваше здоровье, всем людям порядочным по привету. С того свету, сука, блядь. Ой, блядь. Прикольно, да? Давай. Куда? Ой, господи! Ай, куста потерял! Ай, куста! Дай, сука, дичь! Дай, куст, нахуй! Опять пытали, пидорасы! Чё, дури? Дай, куст! Подавись! Ай, куста! Снимай, куста, блядь! Шкурки вот колбасы вижу, ай, куста не вижу, нахуй! Стоило мне пить! Отойти, сука! Снимай! Всё! Ебаный нахуй! Петушмены! Дяйку! Дяйку нахуй! Что это за залупа? Я не буду, что это? Ну оно мне нахуй не надо. Ну пацаны, смотрите, что это за хуйня? Пацаны. Ебаный в рот! Сила! Сила, курва, сила! Ты понял, пидораска? Ничего не надо, просто. Громарю. Окей. Вставай, вставай. Зачем ты так громко говоришь, у тебя что, перепонки не работают? Давай начнем из того, что я... Иди похуй, ты педал дурный, педал дурный, педал. Ты, блядь, больше, блядь. Ну, она там не умирает, там пиздец, нет, какая Польша, нахуй, то, блядь, с поляком там заелись, нахуй. Ты чё там, блядь, подзревали, а? Добрый сэр, нормальный панча. Да, похоже, я вас бавил, сука, головка появилась, ебать. Да, что я Да, промолилась! Да, папки нахуй дадут и всё, ебать! Слушай, ты нахуй залепетула, корова! Вали нахуй отсюда с эфира, блядь! Что ты там базар? Съебалась нахуй! Ты ради этого своего пса, у которого вали с пизды, сука! Давай, Нормально пойдет. Покажи эту сучку, которая с тобой рядом. Может, у нее
У меня на нее хуй встанет. С такой звездой она может познакомиться. Приглашай эту суку в кадр. Да давай, давай, не становится. Когда он не станет никогда, никогда не станет. Давай вставай, маленький, а в доги ставь, нахуй, кобыла. Давай я посмотрю, заценю, как там что есть. Да скажи, как пусть становится в доги стайл, она что, сдурела или что, ебать? Давай по порядочному натуре, блядь. Как она не проблема, блядь? Давай по порядочному, давай. Ты сука, хотела горбатый, нахуй. Ты все подвигал, только знал, какой горбатый. Да ты был бы пипец просто. Да что ты мне бандил, ты, блядь, ты шла ебаная, нахуй. Ты, блядь, кося, блядь, ты не смог, сука. Ты не смог, сука. Что он сказал? Ты смотрел? Ты за пиздец-то, ты знаешь, что я делаю. Вот и все. И сдох ты знаешь. Что ты мне сказал? Ты. Что ты? Но. Ты все равно, блядь. Что? Что ты мне там все долбил за мной, раком, нахуй. Рот, не кровь, блядь! Я просто тебя так... Просто от петушили мужикая, нахуй! От петушили мужикая, нахуй! Ебать его, блядь! Просто говорит, да нахуй, сука, вы все оттали, да, у тебя были бачком, говорит, нахуй! Давай! А он изыгласился, нахуй! Ну, чё ты? Давай же ушли! Чё, слабо? Суть. Слабо? Ты всё. Чё, встретись с тобой? И не ори, блядь, уйди всякой. Понял? Давай умирать. Скажи, ебашь ты мне на ветер ром такой. Ну да, но я увидел бы одно время. Может, блин, как тебе, да? Кстати, в рот не буду. Послушай меня на данный момент. Я сейчас баллотируюсь в депутаты. Я нормальный, достойный человек. Я, блядь, делаю все порядочно. Нету никаких изъебов, изъянов. Все хорошо. Мне пох. Мне пох. Да, брат. Да. Да. Давай, давай. Давай, распрыгнуть что-нибудь, ну? Да! Ма! Да! Ты себя ведешь как максимально неуравновешенный человек. Да мне похуй, что ты максимально. Мне вообще до пизды, я живу своей жизнью, отъебитесь от меня. С вашими, блядь, максимально. Я тоже.
Лови! Вы там немножечко по-любому по наркотическому выглядит, да? Перекурить, заебал нахуй, и пиздец сейчас получишь, съебал, бегемот ёбаный. Пришло. Курю, Олег! Закурю! Шо? Было час 9 минут. Эли пиемоты, тире, хани, Эли пиемоты, тире! Кая, напомни, блядь. Кая, песня, давай. У меня сегодня музыкальный вечер, извините. Сегодня у меня музыкальный вечер. Добрый вечер всем. О! Вот это тема, давай. Послушай меня. Бантик возьми. И ушаночку. Давай, нормально. Бантик и ушаночку. Звезда сейчас переодевается в гримерке. Сейчас подъедет. Подождите немножко, пожалуйста. Дура! Где, блядь, бабочка? Где бабочка и шапка? Давай быстрее! Быстрее! Так, люди ждут достойно! Давай, ты шо, пидормот? Не обессудьте, что на данный момент я буду покидать вашу аудиторию, но я думаю, я сейчас быстренько за пару минут вернусь, потому что более всегда на данный момент веду сейчас адекватно себя и хорошо, и поэтому я соблюдаю, как происходит ситуация и как нужно, блядь, действовать в любой ситуации, которая происходит с пьяными или не пьяными. Вот поэтому. Добрый вечер. Макс! Ушаночку давай! Ушаночку, Макс! Ушаночку! Добрый вечер! Перемена, кто нас? Бегут, стучат, бегут колесики войском, спешат, хотят, будут парни ж.
чашечку с сибирским холодком. А я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну. Залезу с махом, тайком тихонечко вдохну, тайком тихонечко вдохну. Я вас люблю. Спасибо, что вы есть. Собаки мчатся по запутанным следам, а я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну. Слезу с махом, тайком тихонечко вздохну. Какая твоя? Не-не. Да не пизди, все, залупил, 16 почёчек. 16, да. Ты нехуй, блядь, что ты тут рассказываешь, моя твоя. Сюда. Снимай эту ушанку, будь достоин. Сюда. Сюда, давай. Поехали, первый. Право понять. Право понять. Все понялось. Все нахуй. Понял? Право поменять. Вообще нахуй. Право поменять. Право Е. Два. Право поменять. Хорошо, понял. По другим правилам, да? Типа нахуй. Не, все нормально. Сейчас Чапа будет пить чекушку, то не вопрос. Мышка, Е! Мышка, дурбала, ты, блядь, сука, ты научись. Куда ты лезешь вечно? Ты должна знать одно, когда я тебе говорю мышку надо включить, мышку.
Вища, что ты тут компьютер вечно лазишь, нахуй? То нахуй не надо, куда ты там лазишь, нахуй? Ты не видишь, что я сам, нахуй, продюсер, ёбаный. Тебе, блядь, заебашу сейчас тут, нахуй, такую вафлю, нахуй, что ты сдуряешь, нахуй. Плюшевый Мишутка шел по лесу, шишки собирал, сразу терял все, что находил. Превращался в тулю, чтобы кто-то там вспомнил, чтобы кто-то там глянул, чтобы кто-то там понял. Плюшевый Мишутка шел войною прямо на Берлин, смело ломал каждый мостик перед собой. Превращался в дуло, чтобы посидел волос, чтобы почернел палец, чтобы опалил дождик, чтобы кто-то там тронул, чтобы кто-то там дунул, чтобы кто-то там вздрогнул, чтобы кто-то там на стол накрыл, машинку починил, платочком махнул, ветку нагнул. Плюшевый Мишутка лез на небо прямо по сосне, грозно рычал, прутиком грозил. Превращался в точку, значит, кто-то там знает, значит, кто-то там верит, значит, кто-то там помнит, значит, кто-то там любит, значит, кто-то там. Ведь никто не хотел умирать. Никто не хотел умирать, никто не хотел умирать, о-о-о, никто не стал выбирать, о-о-о, никто не смог выбирать. Иду, Камарджоба, мадефая! Люди, Добрый вечер! Я люблю... Блядь, куда так пуски вонять? Отвернись, мэн! Отвернись, нахуй, всеми носками, нахуй! Ты, дикурлан, нахуй! Заебал! Что ты мне наламываешь? Я по сценарию работаю, ты... А тут воняет, нахуй, под носом, нахуй! Что ты делаешь? Не снимайте носки и не показывайте в эфире, нахуй! Не показывайте в эфире, нахуй! Не показывайте, мне, нахуй, это позориска, нахуй! Позориска, дурной, нахуй, ты его, блядь. Позориска, нахуй, какой-то, блядь. Держи, нахуй. Смотри, если 50-ка, Если 50-ка, Ебать, муху, как от тебя штыняет. Ох ты, пидор, сука. Завтра, блядь, в душ, нахуй. На автомойку, нахуй, блядь. Хуярить тебя этим, как его, блядь? Не ебасы, дура! Тебе мыть надо, нахуй, с кёрхера, блядь. Знаешь, что такое кёрхер? Да, знаю. Тебя, дура, с кёрхера надо мыть, чтобы ты в себя пришла, нахуй. Макс, убери мне эту залупу с эфира, нахуй. Держи. Мне? Да, это би. Держи. А, это пизда. Никакая не пизда, ты держи, мне жечь еще надо. Не, мы не пизда. Тебе не пизда, тебе так кажется, все будет хорошо. Где мой, бля, айфон нахуй делся? Айфона нема? Все! Айфона нема!
Ебалы, пидорасы, айфона нахуй, блядь. Ебалы, все. Пока нема меня, ебали, все. Макс, забери эту залупу нахуй, у меня на экране нахуй. Макс, я говорю, забери эту залупу, Макс. Что за хуйня? Кто директор Ютуба? Забери эту залупу, я работаю, люди работают. Люди пришли работать. Что это за хуйня? Мне эта хуйня нахуй не нужна. Это залупа какая-то дырявая нахуй. Выжди нахуй. Может мне, блядь, еще нахуй, сука, этим, блядь, хакером стать, учить тебя, что если забрать это, надо на хрестик нажать. Хрестик там такой, хрестик есть. На хрестик нажал, и дела ушли. Что я, как я буду нахуй, передвигаться нахуй? Я людей не вижу. Я так работать не буду, это хуйня. Красный пень. Ну я так думаю. Какой шо красный синий? Шо ты метешь? Какой красный синий нахуй? Я вообще что? Синий. Синий это ты, походу. Красный синий нахуй. Рима! Уберите хуйню, мать! То пиздец. То пиздец. Мышку. Макс, мышку отключил. Все отключил. Что надо еще? Что еще надо? Хуй сосать надо. Чтобы отключилась программа нам. Ты, блядь, достойно говори, нахуй, как есть. Си. Фонарик есть? Фонарик есть? Фонарик есть? Есть. Если фонарик есть, значит нормально все достойно. 45. Да стой ты, дура, куда ты бить? Блядь, ебу ты пидорас нахуй. А, блядь, пальцы мне отпалило, пидораска ебаная. Да, нормально, говорит. Нормально, говорит, Валера, ничего не пей пока, мы в эфире. Мы в эфире, Валера, ничего не пей. Валера, для тебя, сегодня для тебя есть Кока-Кола. Кока-Джамбо, если для тебя Кока-Кола, ты сегодня звезда. Давай, короче, делай. Все пучком? Все пучком, делай, давай, пей! Не все пучком, а уже давай! Не кашляй, пидор, не кашляй. Я сначала кашляю, потом выпью. Давай. Чапати. Не рыгай, не рыгай, держи в себе, держи в себе, держи в себе. Что там, запей, запей, я говорю, кола, дядь, запей. Нет. Как ты запил? Ты что, дура, на? 17 лет. Как я говорил. Акшен. Запей! Запей! Запей Кока-Кока. Я забыл уже. Тем более ты что гонишь, это нормальная фирма. Кстати, не забывайте, мы сегодня подписали контракт с Пепси-Колой. Пепси-Кола, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была вся в пузырьках, просто покупайте Пепси-Колу. Пепси-Кола, и твоя жизнь покажется, как будто ты в пузырьках. Добрый вечер. Круто. Звони Юле и скажи, что ты залезал пить. Валера.
Валера не хочет. Чапа фристайл! Подливай! Поливай! Какая песня, Чапа? Не важно. Чапа говорит, песня не важна. Главное, музыка. На попытку едет молодой казак! И полог твой поднял с пазаранок, кто и кто тревожить мог. На попытку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якоря. На попытку едет молодой моряк, грудь его в медалях, косогором достали девушки прибой. Здравствуй, все сказали хором, черноморский наш герой. Каждый руку жмет он, всем глядит в глаза, а одна смеется, целовать нельзя. Каждый руку жмет он, всем глядит в глаза, а одна смеется, целовать нельзя. Играй, тур! Играй! Отдыхает у родителей в дому, хором девушки. Давай, бачу! Мне нравимся ему, не причем наряды, не причем фасон, ни в одну девчонку не влюбился он. Не причем наряды, не причем фасон, ни в одну девчонку не влюбился. Шутит он со всеми, откровенно говорит. Как проснулся, тот час же море у меня в ушах шумит. Где под солнцем юга, ширь безбрежная, ждет меня подруга нежная. У нас в поселке у девчат переполох, кто их поднял с пазаранок, кто их так тревожит. А что? Да играй, иди! Играй, быстрее! Что ты там делаешь? Играй! Играй! Играй, что не играй! Ира! И чё, люди? Я же ты в эфире. Мы в эфире, я же летал во сне. Я в эфире. Итак, Валер, итак. Мы на работе, я же летал во сне. Итак, у тебя. Больно! Я летал во сне. Паршивец. Итак. Принцессу Грату потопил. Немцы передали, англичане. Будем представлять герою. А экипаж званию гвардейского. Экипажу трое суток отдыха. Служу Советскому Союзу. Ну, как положено, по традиции. Боцман! Возьми гитару. Ну что, командир, столовые столы накрыты. Ждут? Бери гитару. Я. У нас в поселке
Я сказал нахуй, блядь, по-человечески. Здравствуй, все сказали хором, легендарные наши герои. Когда улыбнется в ясные глаза, шутит и смеется, целовать нельзя. Здравствуйте, я взял ритм. Под конец стрима, добрый вечер, роднюлечки, под конец стрима работали конкретно все актеры и каскадеры. Всем по привету, с вами был дядя Олег, Валерий Владимирович, он же Чапа, с вами работали как актеры. Еще раз хотим вам сказать, напоследок мы включим вам, «Дорога домой». Мат, дорога домой. На этом будем прощаться, роднюлечки. Спасибо за хороший вечер. Всех люблю. Всех люблю и уважаю. Донатеров, черных буквочек, не донатеров, хейтеров. Всех люблю и уважаю. Всем браво. Всем добрый вечер. Всего самого лучшего. Отдыхайте. И у вас все будет хорошо. Всех люблю и уважаю. С вами был дядя Олег. Он же NC Bobon Underground. И с вами был Валерий Владимирович в роли Чапы. Как всегда. Добрый вечер. Добрый вечер. Да-да. И будем смотреть, как нам передвигаться дальше. Правильно, буквочки? Правильно. Все, с вами был дядя Олег. Всех целую и люблю. С вами был Игорь Кондратюк. До побачення. Караоке на Майдане. Ну его нахуй. Все. Разберемся по ситуации попозже. Лера, мы в эфире. Ты что, снимай, блядь, у меня хуйню, мы в эфире. Ты что там одел? Ты что, дикурла или что? Лер, вот так. Давай, да, сиди. Лера, где мой? Телефон, где мой телефон, Валера, где мой телефон, ёпана ха, я его нашел, я его нашел,
Я просто так привёлся, понял, одним глазом, как типа терминатор, сканирует все по комнате. Я его нашел. Я нашел все потом, ладно. Телефон я нашел, вот есть телефон. Все четко, алло, алло. И все нормально. Но это все хуйня. Где мой адрес? Где мой адрес? Хуякость или что? Телефон нашел. Да, давайте, короче, родные, давайте завтра встретимся, мы будем с вами прощаться, уважаемые бубочки. Всем отдыхать, всем, короче, блядь, ложитесь спать, уважайте своих родных и близких, уважайте своих мамочек и папочек, маму и папу, ну, я серьезно вам говорю, родители, блядь, не гоните дуру, блядь, и будьте достойными людьми. Все, всем доброй ночи. Давайте. Это все было шоу, работали каскадеры. Ты дура, девочки, отвечаю, Вань. Вот, отвечаю. Я вас люблю. Спасибо, что вы есть.